Джульетта, дорогая, здоровья твоим рученькам. Все было прекрасно. Рада, что тебе понравилось. У нас еще есть десерт. Я сделал чизкейк с лимоном. Кстати, любимый десерт Озана. Насколько мне известно, что он тоже любит этот десерт. Доченька, с тобой все нормально? Нормально, матушка? Просто я не могу в это поверить. В какой-то момент мне казалось, что я никогда не смогу выбраться оттуда. Но сейчас я здесь, рядом с вами. Я постоянно благодарю Бога за это. Если бы не Озан, я не знаю, в каком бы состоянии я сейчас находилась. Я бы сейчас не сидел с вами здесь, за прекрасным столом. Я бы с этими людьми... Это уже позади. Больше никому не позволю навредить тебе. Я даже не знаю, как благодарить тебя, дорогой Озан. Надеюсь, Аллах будет доволен и тобой, и теми, кто вырастили тебя. Я была неверного мнения о тебе, но ты заставил меня постесняться. Я очень счастлива, что у вас там есть такой хороший друг, как ты. Берчин? Нормально все, дочь? Ты не поранилась, дорогуша? Нет. Схожу-ка я в туалет. Поздравляю. Как же это прекрасно. Надеюсь, вы получаете наслаждение сейчас. Асан, твоего отца нужно было позвать тоже. Он бы сел главным за стол. Основное шоу сейчас начинается. Сибель. Прошу. Возможно, я должна благодарить вас за то, что мою дочь похитили. Жюльде, ты тоже благодари. Твой сын вернулся, он мог умереть. Тарык, ты, наверное, вполне себе счастлив. Ни слова не слышу от тебя. У моей дочери психика повредилась из-за них. А вы тут праздник устраиваете. С вами все нормально, да? Вам удобно сейчас? Тетя Сибель. Некультурно же. Доченька, давай пойдем с тобой мы. Госпожа Хидеев, прошу вас, пожалуйста, оставайтесь. Нет, вы садитесь. Садитесь, развлекайтесь. Сибель, хватит. Порядочно веди себя. Мы уходим. Почему так? Веселье ведь только начинается. Говорю же, мы уходим. Прости. Берчин, мы едем домой. Здоровья твоим ручкам, Жюльетта. Госпожа Хиди, мне правда очень жаль. Дядя Тарик очень терпеливый человек. Как он это терпит, я не знаю. Что ты за человек такой, а? У тебя что, ни капли совести нет, а? Ни капли сострадания нет? Мне твой эгоизм уже надоел, вот-вот посюда уже, понимаешь? Мне уже надоело извиняться за тебя. Я эгоистка, значит, да? Я видела, как ты обнимал ту женщину. Мы твоя семья, мы, слышишь?
Вместо того, чтобы соблазнить эту женщину, ты бы лучше обнимал свою жену и дочь. Понял? И мне твои эти геройствования уже вот надоели. Сибель, с тобой разговаривать просто невозможно. Я не могу тебе ничего объяснить. Раньше ты хотя бы слушала. Раньше ты уважала окружение, сейчас ты никого не смотришь. Да, никого не смотрю, не волнует меня никто. Мои глаза сейчас видят только мою дочь. Если кто-то ей навредит, я уничтожу этого человека. Сибель, больше всех вредишь ей ты. Больше всех остальных ты вредишь ей. Да хватит вам. Хватит, можете не орать, хорошо? Хватит, у меня уже голова раскалывается, хватит. Не расстраивайся, Маргаритка. Такая натура твоего отца. Он постоянно расстраивает твою маму. Надоело мне, надоело. Надоели мне ваши чертовы скандалы. Никто из вас меня не понимает, поняли? Хватит, хватит. Ты доволен? Ты делаешь все, чтобы другим было хорошо, но ты доволен положением своей семьи, а, Тарык?